Здравствуйте. Предлагаю связать вместе со мной красивую бабочку. Для работы нам понадобится нить для туловища. Я беру коричневый цвет. И для самой бабочки я буду бабочку вязать бирюзовым цветом. Нить у меня ирис, 100% хлопок. Еще нам понадобится крючок. Ниточка тонкая, поэтому я буду вязать крючком 1 и 4. Итак, садимся поудобнее и начинаем вязать с туловища бабочки. Провязываем вначале начальную закрепительную петлю. Хвостики оставляем по длине, чтобы их потом удобнее было прятать. И вяжем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид и во вторую петлю от крючка провязываем 2 полустолбика. 1 полустолбик. И второй. Затем 2 воздушные петли и соединительной петлей присоединяемся в петлю, из которой мы вязали полустолбики. И теперь по цепочке провяжем до конца соединительные петли. Первый усик готов. Второй усик провязываем снова 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Делаем накид и во вторую петлю провязываем 2 полустолбика. 1 и сюда же второй. 2 воздушные петли и присоединяемся соединительной петлей петлю цепочки, с которой мы вязали 2 полустолбика. И снова до конца цепочки провязываем соединительные петли. Соединим 2 усика при помощи соединительной петли. Затем вяжем для туловища 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. И начиная со второй петли от крючка провяжем 4 соединительных петли. Один, два, три, четыре. Затем будем вязать столбики без накида. В следующую петлю цепочки вводим крючок и вяжем первый столбик. 1, 2, 3, 4, 5. 6, у меня получилось 7 столбиков без накида.
И еще раз с единой петлей присоединяемся к усикам бабочки. Теперь ниточку обрежем. Нить коричневого цвета нам уже не понадобится, а хвостики аккуратненько спрячем с изнаночной стороны. Лучше всего затягивать нитку в иголку и иголочкой проходить по изнаночной стороны работы. Итак, прячем оставшиеся ниточки. Итак, туловище у нас готово. И теперь приступим к вязанию верхней части крыла бабочки. Вот будет выглядеть у нас провязанная деталь таким образом. Берем цвет нити, который выбрали для своей бабочки. И вначале, как обычно, провяжем начальную закрепительную петлю. Затем свяжем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделаем 2 накида. В первую петлю цепочки провяжем первый столбик с 2 накидами. Две воздушные петли и вяжем второй столбик с 2 накидами в эту же петлю цепочки. Снова 2 воздушные петли, 2 накида и третий столбик с 2 накидами провязываем в эту же петлю цепочки. Так мы провязали с вами первый ряд. Затем вяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем вязание. И теперь будем вязать по 2 столбика с одним накидом с одной вершиной. Сделаем накид под среднюю арку из 2 воздушных петель. Вот у нас 1, 2, 3. Под среднюю провязываем столбик с одним накидом не до конца. Снова накид. Провязываем второй столбик с одним накидом не до конца. На крючке 3 петли. Затем накид и провязываем 3 петли с крючка вместе. Так мы с вами провязали столбик. 2 столбика с одним накидом с одной вершиной. И таких столбиков, назовем его пышный, будем вязать 4. Провязали первый, 2 воздушные петли и вяжем второй пышный столбик из 2 столбиков с одним накидом. Снова 2 воздушные петли. Третий пышный столбик, 2 воздушные петли и еще один четвертый пышный столбик провязываем под среднюю арочку из 2 воздушных петель. Затем вяжем 2 воздушные петли, делаем 2 накида и провязываем столбик с 2 накидами, присоединившись третью воздушную петлю цепочки от начала вязания. Три воздушные петли. Поворачиваем вязание. Провязываем под первую арку из 2 воздушных петель столбик без накида. Вяжем еще 3 воздушные петли. Столбик без накида провязываем под следующую арку из 2 воздушных петель. Затем 1,
2, 3, 4 воздушные петли цепочки и столбик без накида под следующую арку из 2 воздушных петель. Затем свяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И присоединимся в 3-ю воздушную петлю от столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Вводим крючок и провязываем соединительный столбик. Итак, первая часть крылышка у нас готова. И теперь, чтобы не обрезать ниточку, мы провяжем до начала вязания вот это расстояние соединительными столбиками. И последняя соединительная петля в первую воздушную петлю набранной цепочки. Далее вяжем следующую часть крылышка. Провязываем также 6 воздушных петель. Делаем 2 накида и вяжем начальную петлю. 3 столбика с 2 накидами, между ними 2 воздушные петли. Провязываем первый столбик, 2 воздушные петли, 2 накида, вяжем второй столбик, 2 воздушные петли, 2 накида и вяжем третий столбик. Затем провязываем 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. И поворачиваем вязание. Делаем накид. И снова под среднюю арку. 1, 2, 3. Вот средняя. Провязываем 4 пышных столбика. Между ними 2 воздушные петли. Две воздушные петли, второй пышный столбик, две воздушные петли, третий пышный столбик, две воздушные петли и еще один четвертый пышный столбик. Провязываем под арочку среднюю из 2 воздушных петель. Затем 2 воздушные петли, 2 накида и провязываем в 3-ю петлю от начала вязания 1, 2, 3 столбик с 2 накидами. Затем свяжем 7 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Поворачиваем вязание и провязываем столбик без накида под арку. 1, 2 из 2 воздушных петель. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Под следующую арку провязываем столбик без накида. 1, 2, 3. Под следующую арку также вяжем столбик без накида. И еще раз. 1,
2, 3 воздушные петли и присоединяемся вот в третью. Петлю цепочки 1, 2, 3 соединительной петлей. И теперь будем обвязывать крылышки бабочки. Сейчас у нас смотрится изнаночная сторона работы, поэтому провязываем воздушную петлю для подъема и поворачиваем так, чтобы обвязочка у нас была с лицевой стороны. Вот так. И теперь начинаем обвязывать бабочку. Здесь у нас идет низ крылышка. Провязываем под арку из 3 воздушных петель. Вяжем 2 столбика без накида и 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Затем свяжем 2 столбика без накида вместе. Первый мы провяжем под эту же арку, введем крючок, вытянем рабочую нить и оставляем на крючке. Под следующую арку вводим крючок, вытягиваем рабочую нить. На крючке у нас 3 петли. Накид и провязываем 3 петли с крючка вместе. Далее под эту же арку провяжем еще 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Снова вяжем 2 столбика без накида вместе. И под арку продолжаем вязать 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Снова провязываем 2 столбика без накида вместе под одну арку первой и под вторую. И вот мы подошли к верху крылышка. Верх крылышка мы обвяжем следующим образом. Провяжем столбик без накида, затем полустолбик, воздушная петля, накид и провязываем следующий столбик с одним накидом. Воздушная петля, 2 накида, вяжем столбик с 2 накидами. Воздушная петля, накид, провязываем столбик с одним накидом. Воздушная петля, полустолбик. И еще под арочку провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Такая плотная обвязка получается. Теперь у нас далее идут еще в крылышке вот 2 арочки. Под них мы провяжем по 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И под следующую. 1, 2, 3, 4. И переходим к следующему крылышку, половинке крылышка. Провязываем сюда 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую арку провязываем также 4 столбика без накида. 1, 2, 3,
4. Верх крылышка вяжем теперь в зеркальном отражении. Провяжем в начале 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем накид и провязываем полустолбик. Воздушная петля. Накид и вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля. 2 накида. Провязываем столбик с 2 накидами. Воздушная петля. Столбик с одним накидом. Воздушная петля, полустолбик и столбик без накида. И далее вяжем под следующую арку 4 полустолбика. Совсем забыла, мы же еще провязываем 2 столбика без накида. Вводим под эту же арку крючок, вытягиваем петлю и под следующую также провязываем 1 петельку. Затем накид и все петли с крючка вместе. За счет этого получаются вот такие волны. Под следующую арку провязываем 4 полустолбика. 1, 2, 3, 4. Снова вяжем 2 столбика вместе. Повторяем, провязываем еще 4 полустолбика в следующую арку. 1, 2, 3, 4. 2 столбика без накида провязываем вместе. Далее вяжем 4 полустолбика под следующую арку. 1, 2, 3, 4. И еще сюда же провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Под следующую арку провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Под следующую арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Переходим к следующей части крылышка, и нам еще нужно вязать 2 арочки. Первую провязываем мы 2 столбика без накида. 1, 2. И во вторую арку вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся в первый провязанный столбик без накида соединительной петлей. И теперь ниточку можно обрезать. Вот такая верхняя часть крылышек бабочки у нас получилась. По желанию можно делать бабочку и с 2 крылышками.
Тогда нужно будет само туловище связать короче. Набрать не 12, а, допустим, 9 воздушных петель цепочки для туловища. Ну, а мы с вами будем продолжать вязать, так как мы решили, что мы свяжем бабочку с 4 крылышками. Итак, начинаем вязать нижние крылышки. И также берем ниточку такого же цвета. И продолжаем вязание. Провяжем начальную закрепительную петлю. Затем свяжем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сделаем накид и провяжем первую воздушную петлю цепочки, столбик с одним накидом. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание и в образовавшуюся арку свяжем пышный столбик из двух столбиков с одним накидом. Затем 3 воздушные петли. И второй пышный столбик, состоящий из двух столбиков с одним накидом. То есть провязываем 2 столбика с одним накидом с одной вершиной. Затем свяжем воздушную петлю, сделаем накид и введем крючок приблизительно по центру этой цепочки и провяжем столбик с одним накидом. Четыре воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание и провязываем между пышными столбиками по цепочку из 3 воздушных петель столбик без накида. Затем свяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И присоединимся также вот по центру этой цепочки. Присоединяемся соединительной петлей. И первая половинка нижнего крыла готова. Теперь пройдемся соединительными петлями начала вязания первой половинки крыла. И приступим к вязанию следующей половинки крылышка. Провяжем 6 воздушных петель цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделаем накид и в начало провяжем столбик с одним накидом. Затем свяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Повернем вязание. И вот в образовавшуюся арку провязываем первый пышный столбик. Три воздушные петли. 1, 2, 3. И второй пышный столбик провязываем в эту же арку. Воздушная петля, накид, приблизительно по центру, вводим крючок цепочки, вводим крючок и провязываем столбик
с одним накидом. Затем вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем вязание. И между пышными столбиками по цепочку из 3 воздушных петель провязываем столбик без накида. Затем вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И присоединяемся. Вот здесь, пропустив одну воздушную петлю, следующую присоединяем крючок и провязываем соединительную петлю. Итак, мы связали две половинки нижнего крылышка. Теперь нам нужно обвязать его. Для этого мы провязываем одну воздушную петлю. И так как здесь у нас изнанка, поворачиваем вязание и начинаем обвязывать с нижней части крылышка. Провязываем под арочку первую столбик без накида. Затем вяжем полустолбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, полустолбик и столбик без накида. Воздушная петля и переходим к вязке следующей арки. Провязываем столбик без накида, полустолбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, столбик с двумя накидами. И над этим столбиком будем вязать пику. Провязываем 1, 2, 3 воздушные петли и присоединяемся в столбик с двумя накидами. Воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, полустолбик, и столбик без накида. Обвязали. Далее под следующую арку провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Под следующую арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Следующая часть крылышка. Под первую арку провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Под следующую провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Затем в следующую арку провязываем столбик без накида, полустолбик, воздушная петля, столбик с одним накидом,
воздушная петля, столбик с двумя накидами, над ним вяжем пико, 1, 2, 3 воздушные петли и присоединяемся в столбик с двумя накидами. Воздушная петля, затем столбик с одним накидом, воздушная петля, полустолбик и столбик без накида. Затем свяжем воздушную петлю и в следующую арку вяжем столбик без накида, полустолбик, воздушная петля, столбик с одним накидом, воздушная петля, еще один столбик с одним накидом, воздушная петля, далее полустолбик и столбик без накида. И обвязываем следующие арки. В эту арку мы провяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Под эту арку провяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Переходим к следующей части. Крылышко провязываем. 2 столбика без накида. 1, 2. И еще у нас остается одна необвязанная арка. Сюда мы провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Остается присоединиться в начало обвязки. Присоединяемся соединительной петлей. И теперь ниточку нужно обрезать. Освобождаем крючок и смотрим, что у нас получилось. Здесь немножко у нас грубовато, так как проходили мы соединительными петлями по цепочке. И теперь спрячем ниточки. Они нам уже не понадобятся. Спрятали ненужные нам ниточки. И теперь возьмем в руку верхнее крылышко и нижнее. И вот таким образом немного друг на друга наложим. Поворачиваем на лицевую сторону. Берем в руку туловище бабочки. Прикладываем в то место, где оно будет пришито. И затем берем иголочку и аккуратно пришиваем туловище к бабочке. Бабочка готова. И уверена, что таким бабочкам вы всегда найдете применение. Я с вами на этом прощаюсь. Спасибо всем, кто вязал вместе со мной. И жду вас на следующих видео. До свидания.